8 участников по компетенции веб-дизайн и разработка и 7 по компетенции сетевое и системное администрирование. Представители Красноярска, Зеленогорска, Ачинска, Челябинска и других территорий съехались в наш город для того, чтобы посоревноваться в отборочном этапе 7-го всероссийского конкурса профессионального мастерства WorldSkills Russia. Не учреждения между собой соревнуются. Колледж предоставляет площадку для того, чтобы ребята имели возможность померить свои силы и понять, где нужно им лучше либо остановиться, либо двигаться вперед и еще быстрее. Работодатель нуждается в компетентных кадрах. Возможность подтянуть свои знания и умения по востребованным компетенциям и помогает участие в чемпионате. Важно, что именно в Канске есть возможность администрировать на высокотехнологичном оборудовании фирмы «Циска». Задания по стандартам WorldSkills, то есть по разным компетенциям, в том числе и по тем, которые проводятся у нас, они представляют из себя модульность. Модули могут быть различны. У нас это от 3 до 5 модулей. Проходят они в течение 3 дней. Модули занимают от 3 до 5 часов каждый день. То есть 3 дня по 3-5 часов непосредственное выполнение конкурсных заданий. Виктор Фадеев, представитель команды Ачинска, готовился к соревнованиям около месяца. Его задача – администрировать сеть и создать комфортную среду для обычных пользователей. Как обычный человек, но это как раз-таки, чтобы вы могли зайти вот в интернет, чтобы вам было удобно работать с компьютером. Вы могли получить доступ к файлам, которые вам интересны. Также настройка безопасности, чтобы не получить какие-то вирусы, да, настройка безопасности компьютера, так как, например, обычный пользователь может случайно что-то не так сделать. Конкурс – важное событие не только для участников, но и для их наставников. В прошлом году мы заняли 3-е место по краю. Сейчас планируем занять 1-е место, но посмотрим, как пойдет у нас. Посмотреть, пообщаться с коллегами, принять новый опыт, который они, знают, откуда наработали. Поделиться своим, возможно. Отборочный этап позволяет участникам оттачивать умения для последующего уровня соревнований регионального этапа, который пройдет в Красноярске в феврале 2018 года. Татьяна Лисогор, Александр Шумилин, телекомпания «Канск», 5-й канал.